Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот такое утро, немного дождливое, но мы дома не сидим. Приехали в лес за рыжиками, приехал на машине, проехал, в общем-то, дорога так мокрая, но ничего, не критично. Сейчас походим, пособираем. Покажу я вам наши грибочки. Оставайтесь со мной. Идем гулять, собирать рыжики. Хожу, друзья мои, собираю вот такие вот рыжики. Смотрите, они как умытые после дождя. Вот стайка такая. Три штуки. Вон еще в траве. Сейчас срежу. Покажу вам их. Вот какие они все-таки. Вот сейчас вот эти срежу. Опа. Ой, идеальный. Посмотрите, какие идеальные. А здесь вот три нормальных, два вот уже плохих. Собираем. Вот видите, какие они крепенькие. Вот это нам даже и срезать не буду. Их вот два. Это нам уже плохой. А это вообще супер-пупер. Вот. Дождик накрапывает так немножко. Но не критично. Собираем. Раз проехали такие километры, не возвращаться же. Не измокнем. Куда вот от таких грибочков денешься? Собирать надо. Вот такую кулишку нашел. Четыре грибочка. Рыжика. Ну, вот это уже, наверное, все. Вообще, друзья мои, я люблю вот рыжики собирать. Больше всех. Почему-то их называют царские грибы. Царь, наверное, любил их. И мы любим. Больше всех я их люблю собирать. Эти грибочки. Так, этот плохой. Этот хороший. Но этот тоже хороший. Ага, хороший. Идеальненький. Тут еще маленький вот есть. Ну, пусть растет. Пусть растет. В общем, рыжики деликатес. Что мы с ними делаем? В основном мы их маринуем. Делаем пельмени. Пироги с рыжиками. Солить не солим. Вот. Такие наши красавчики. Почему не солим, даже не знаю. Как-то не привыкли мы к соленым. Маринованные. И морозим, конечно. Морозилка к осени полна. Зимой достаем, варим суп грибной, добавляем сушеные белые грибы. Все получается очень вкусно. Ну, идем дальше, пособираем. Вот такие я люблю собирать. Посмотрите, какие они. Закрытые такие немного. Такие крепенькие, средние. Сейчас покажу, вот это срежу. Вот он. Вот, видите, идеальные. Вот эти самые-самые грибы для маринования. Вот именно мы такие маринуем. Таких красавчиков. Ну вот, друзья мои, пособирал я грибочки, рыжики.
в общем-то, неплохо. Еще у меня полпакета. Спасибо тебе, лес. Едем мы домой. Будем делать заготовки. Мариновать, пельмешки, пироги. Спасибо, лес. Ну, до встречи, друзья мои. Дома встретимся. Едем домой. Вот, друзья, мои дома. Помыли рыжики. Две мисочки. Вот эти вот маленькие. Это будем их мариновать. А эти вот, которые побольше, пойдут на пельмени. Варить, знаешь, мы их будем 25-30 минут. Покажу, как они сварятся. Вот такие грибочки. Маринованные рыжики у нас получились. 4 баночки. По пол-литра. Такой результат нашей тихой охоты. Какие, знаете, маленькие, хорошенькие. А вот, друзья мои, пирог с грибами, с рыжиками. Только достали из духовки. Вот такой он вкусняшка. Их красавец. Вот такой пирог с грибами. Ох, и вкусненький. Угощайтесь, друзья мои. Пропустили грибочки через мясорубку вместе с луком. Добавили немного подсолнечного масла. Одну дольку чеснока. Сейчас будем лепить пельмешки или вареники, как кому нравится. Вот тесто такое месилое сейчас. Вот рыжики. Начинка для пельменей. Работаем дальше. Ну, работа у нас идет. Приятная работа. Вот. Налепили. Я леплю. Я умею. Такие сами красивенькие. Это мои. Шучу. Все они у нас красивенькие. Ну, оставайтесь со мной. Покажу я вам, как мы их изготовим. И со сметанкой домашней. Вот вкусняшка будет. Ну вот, друзья, сварили пельмени с грибами, рыжиками. Вот домашняя сметанка. Как масло. В ней ложка стоит. Сейчас будем пробовать. Первый раз в этом году грибочки. Ну вот, друзья мои, собирали рыжики мы с вами. Сделали пельмени. Спасибо вам, что были с нами. Угощайтесь. Всем пока. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. С вами был Владимир. Вот что, лимончики. Будем чай пить с лимончиком. Ну, пока. Удачи всем. Пока-пока.